хочу вам показать один замечательный эффект, который может усложнить ситуацию информационного наполнения. Вот, допустим, у нас три поворота цветка магнолии, и кадмий красный, и краплачок розовый с белилком и с лаком. Вот он ложится. Можем такие маленькие капельки, как будто бы укол иголочкой. Очень маленькие. Вот. И как будто бы этот цветок, знаете, распыляет аромат вокруг себя. И получается настолько красивый эффект. Это я подсмотрела у Рембрандта. Вверх, вверх, вверх. Как будто бы вот от пламени костра отщелкиваются такие воздушные капельки маленькие, так? И вот посмотрите, какой эффект получается. И бежим сюда. Самое главное, это маленькие, они должны быть.